Добрий вечір, в ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Олег Миколайович Абрамов, фахівець у сфері земельних відносин. Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, Олег Николаевич, тема важная и актуальная – нормативно-денежная оценка земли в городе Николаеве. Николаевский интернет недавно порадовал своих читателей сообщением, ну, дословно следующим заголовком. В Николаеве решение о нормативно-денежной оценке земли привели в соответствие базовая стоимость 1 квадратного метра 179 гривен 69 копеек. Ну и приводится скан некого решения Николаевского городского совета. Судя по заголовку, проблема снята. Вы, собственно, видели, ну, собственно, я понимаю, что вы видели этот документ, потому что и вы в том числе его принесли нам в студию. Проблема снята? Ну, во-первых, добрый вечер всем. И скажу так, эта публикация меня, ну, просто взволновала, ввела в какой-то шок. Во-первых, ну, действительно, можно сказать, что наконец выглажены все формальные и, в общем-то, неформальные ошибки решения, которое приняли 26 января 2011 года. Но остается все же вот такая проблема. А правомерно ли в январское решение в марте уже 2012 года вносить изменения, вводя туда результаты научных исследований, которые были получены только в декабре 2011 года. То есть их объективно на... То есть так, объективно сессия тогда голосовала не за это? Да, совершенно не за это. И о том, что такие цифры вообще могут быть, никто даже предположить и не мог. Я тут вот хочу уточнить, я прошу прощения. Да. Когда, ну я не знаю, руками неких чиновников, да, вот таким вот образом просто брутально правится документ, который тогда год назад не голосовался, означает ли, что таким образом эти чиновники пытаются исправить вот эту вот ситуацию, которая существует на сегодняшний день, что, что прокуратура города Николаева опротестовывает их решение. И таким образом они как бы пытаются отбиться от прокурора, фальсифицируя фактически решение, которое принимал городской совет. Ну вот, по моей оценке, именно это и происходит. Ситуация-то... Ну, произошла и, ну, создавалась, накалялась ее, но пока осознали, в общем-то, один круг людей, больший круг людей. И в конце концов ситуацию уже понимают многие. Кроме того, ну, постоянное такое сопровождение документа через неряшливые такие действия, что, скажем, четыре раза при правках сохранялась отсылка на закон о плате за землю, который не работал, не вспоминался, не упоминался налоговый кодекс, который являлся уже единственным основанием для того, чтобы регулировать вопросы налогообложения и арендной платы. Безусловно, значит, ситуация, ну... Ну, нельзя сказать, что странная. Может быть, с точки зрения чиновника она такая суперрациональная, но есть прокурор, который на решение относительно введения этих цифр, объявления этих цифр за 8 дней до Нового года и введение их с Нового года, а не за полгода, как это. И сегодня для того, чтобы выбить основания у прокурора к обжалованию по причине нарушения именно дат, значит, взять и откорректировать решение более чем годичной давности, ну, и имеются на это основания какие-то или нет. Я считаю, что не имеется, потому что на тот момент этих цифр объективно не существовало. И просто формальное введение их, внесение в документ от января 2011 года, это, да, действительно фальсификация. Больше того, это, ну, нарушение, ну, определенных
я бы сказал, уже не писанных, наверное, даже правил у юристов. Это вмешательство в документ, который был принят очень давно, то есть задним числом вносится что-то. Городской совет голосовал за другой фактический документ. Да, да, с другими цифрами, с другими основаниями. То есть правильно было бы сделать каким образом? Прекратить, взять и положить конец этому решению от 26 января 2011 года. И просто с белого, как там, с чистого листа взять и затвердить новый документ. Хорошо. Так и надо было. Чтобы... Но ввести задним... То есть получается так, цифра и достижение науки, которого еще, так, значит, еще не было, объективно не было, оно появилось только в декабре месяце, оно еще до сих пор не прошло державную землевпорядную экспертизу. Недавно народный депутат Задорко запрашивал, ему прислали выставки экспертизы, копию, и там отметки о том, что и исправлены, что значит, отчет доработанный, замечаний уже нет, этой отметки нет. Значит, на сегодня, то есть на дату первой попытки введения этих цифр в декабре 2011 года, не было экспертизы, дальше два раза возвращались, экспертизы этой не было, и вот сейчас совсем недавно получен был документ из горсовета, значит, выставки не имеют отметки от Хорошо. Что теперь это означает для рядовых горожан? И в этой студии в том числе, и, собственно, в николаевских средствах массовой информации, там, печатных, в интернете, вы неоднократно высказывали точку зрения, что то, что происходит вокруг нормативно-денежной оценки земли, не соответствует действующим законодательству. Собственно, прокуратура города Николаева с вами соглашалась. Дважды решения Николаевского городского совета, названные вами незаконными, опротестовывались. Но теперь, таким образом, и так незаконные решения еще более делаются еще более незаконными. Какое это все имеет и юридическое последствие, с одной стороны, а с другой стороны, и как это касается каждого из нас? Во-первых, безусловно, введение этих цифр в сравнении с теми, которые были утверждены в январе 2011-го, это какое-то в какой-то мере облегчение. Вот, то есть если теми цифрами разработчики и чиновники за основание приняли цифры, по которым якобы к городу Николаеву пристроили еще почти целый город Николаев, и вот за счет таких больших изменений вложений в инфраструктуру города, значит, вроде бы можно было повысить. Вот. Но введя эти цифры, формально вроде бы где-то почти в два раза сократили. То есть вот те вот незаконные посягательства, скажем, и в противоречие, в общем-то, и методическим, так сказать, нормам, вроде бы как всем легче, в два раза легче. Вот. Но практические расчеты, которые выполняются уже по этим цифрам, тем программным продуктам, которые есть, они дают все равно завышенные результаты более чем в два раза. Очень у многих и в 4 есть, и по Варваровке даже есть и в 6 раз выше. Так вот оно люди коснется, должны платить за землю. Да, безусловно. И в 4, и в 6 раз больше. И в 6 раз больше, несмотря на то, что, это еще раз говорит, а если бы вот то осталось, то что бы тогда? Совсем было бы, конечно. Наверное, тогда уже дело бы дошло до дела. А сейчас пока вот оно все раздумывает, кто-то платит, кто-то не платит, кто-то интересуется, как же поступить, что оспаривать, с чем судиться. Вы знаете, вот в этот процесс, безусловно, должен более жестко, более, я бы сказал, так сказать, не то что формально, а, так сказать, со здравым смыслом вмешаться в это уже и прокурор. Конечно, должна найтись какая-то сила, которая сможет обратиться в суд, несмотря на то, что там, горсовет сумел переиграть общину,
вот этими манипуляциями. Так это шулерство, это наперство. Да, конечно, да. Переиграли общину. И, это не переиграли, на это в наперстке, что... надурили. Ну да, это же игра наперстка. Она же игра, да. Где шарик, другой вопрос. И был ли шарик. Но, да, переиграли. И вот еще раз мы видим, что если бы сразу, изначально, по этому решению, как по, ну, в смысле, по денежной оценке, как по регуляторному акту проводилась бы процедура, то этого бы, безусловно, не было. Почему? Потому что сегодня, ну, учитывая, что уже были, значит, нарекания в адрес сайта горсовета, что в нем то что-то есть, то чего там нет. И вот, кстати, этого решения там нет. Вот его кто-то, так сказать, опубликовал, а на сайте горсовета его нет. Ну, это скан, то есть оно физически, да, существует, его сосканировали, да, и вывезли. Да. Вот. А может быть, он уже и есть сегодня. Вот, вот так же и с предыдущими решениями. То они были, то их не стало, то они опять... А если этот документ обсуждался бы как регуляторный акт, то есть было бы общественное обсуждение, согласительная комиссия, было бы все зафиксировано, запротоколировано, и никуда от этого не денешься. И, наверное, специалист, пусть даже юрист, значит, я не знаю, наверное, какую степень теперь надо присвоить тому юристу, который возглавляет в горсовете эту службу, ну, наверное, академик, это уже, наверное, очень мало для... для таких, для того, чтобы человек, значит, вот вправе ввел новые понятия, я считаю, это новое слово. Юриспруденция. Да, о факторе времени, фактор времени в юриспруденции, это новое слово. Я все-таки повторю вопрос, что нам с этим делать? Не соглашаться, идти в суды, то есть как с этим жить? Значит, каждый, кто чувствует, кто плательщик и чувствует, что его обманывают, он должен идти в суд. Основание есть приблизительно у 90% всех плательщиков. Они получили извлечение, в извлечениях стоят неправильные, не те локальные факторы, которые в брошюре, в самой работе получены. То есть горсовет утвердил одни локальные факторы, а программа применяет другие. Много это или мало? У кого-то 10% расхождения, у кого-то 30% расхождения. Много это или мало? Я считаю, что, учитывая, что нас без 5 копеек в маршрутку не возьмут, значит, любое несоответствие должно расцениваться плательщиком очень строго. Тем более, что в налоговом кодексе прописана норма, что налог должен быть точно известен. Как это так? Или столько, или столько. И вообще вот эта игра, денежная оценка, это же нормативная денежная оценка. Неужели с ней так можно? Вот сегодня так, завтра так, наверное, она же нормативная. Там же показатели какие-то занормированные. Что ж такое? Есть так еще что, одна тема, которая также касается платы предпринимателями за землю. Она касается тех случаев, когда предприниматели помещения, которыми они пользуются, они являются собственниками помещений, которые находятся в многоквартирных домах. В Николаеве таких на самом деле случаев масса. Первые этажи наших жилых домов, там пятиэтажек, девятиэтажек, они используются под бизнес. Ну, это нормальная ситуация. В какой-то момент времени городской совет взимал с этих людей плату за землю, вот, несмотря на то, что законом это также не было предусмотрено. Не было, да. Сейчас это не работает так. Как это работает? Вот сейчас, в связи с тем, что оторваться от незаконных поступлений горсовету очень сложно. И, безусловно, те, кто приводили эту ситуацию в соответствие, тоже эту ситуацию, тоже проявляли элементы сопротивления. Основная масса все же расторгла договора. Но в связи с тем, что разговор это вот, вы же смотрите, то есть мы же, это ж налоги, то есть, ну, здесь вы, значит, расторжение сделали, но мы же к вам все равно можем прийти. То есть это подспудно висит над каждым. И получилось так, что кто-то расторг, кто-то, я знаю многих собственников магазина, которые так на меня смотрят, думают, что это он такой? А, ну он же сам-то не предприниматель, ему нечем отвечать.
А мы-то бизнесом отвечаем. Значит, мы на всякий случай будем продолжать платить. И вот многие оставили за собой вот именно такую форму. Хотя уже основания для заключения таких договоров горсовет отменил. Я правильно понимаю, на сегодняшний день такие договора больше не заключаются? Не заключаются. Но осталось какое-то количество ранее заключенных, и предприниматели продолжают по ним платить. Да, но хуже еще. Значит, те, кто ушли с этого договора, с ними проводили такую работу, что, знаете, вот надо стать, чтобы сделать так, чтобы вы стали плательщиками налога. Конечно, можно стать плательщиком налога, но только в рамках этого же налогового кодекса. Каким образом? Вот многоквартирный дом должен оформить на себя право собственности или пользования землей, то есть или если это ОСМД или кооператив, право собственности, а если это ЖЭК, то право постоянного пользования. Тогда, значит, землепользователь или собственник становится плательщиком, и каждый, кто, значит, имеет помещение, свою долю должен компенсировать этому плательщику. Вот. Это компенсация делается без учета коэффициента повышающего на коммерческую деятельность. Там, значит, 2,5 раза. А в Николаеве вообще известны случаи, что под жилыми домами земля вот в установленном вот том порядке, о котором вы говорите, в порядке, установленном налоговым кодексом, отведена? Я думаю, что очень малое количество, единичные случаи. Ну, зависит от власти, потому что я знаю, что инициативных таких вот групп было много, и то есть домов, которые бы хотели, но вот в те еще 90-е годы, когда там американцы приезжали консультировать, были препятствия там задолженности, еще что-то, и это дело затягивалось, и власть не помогала. Сегодня, ну так, считается, что вроде как все препятствия сняты, все могут прямо ринуться в оформление вот этих обществ сособственников на квартирных домов. И, значит, без препятствий, даже разъяснения появились, что обязательно в собственность власть должна передать местное, все, никаких вопросов быть не должно. Ну и так вроде бы сейчас напирают реформаторы по этому поводу. Сейчас же идет реформа, и, ну, наконец, значит, где-то указ президента был где-то пару недель назад, что по каждой реформе уже определен, кто отвечает, предположим, реформа здравоохранения, министр здравоохранения, реформа ЖКХ, министр ЖКХ. То есть все теперь четко, где есть ответственные, и вот по ЖКХ это, так сказать, очень важное такое. Да, несмотря на то, что, наверное, ответственные там уже есть, но пока в любом случае... Ну, совпадает, по крайней мере, совпадает. В любом случае отсутствует основания у предпринимателей в законном порядке платить за землю, я думаю, если что... их бизнес расположен в многоквартирных домах. Я думаю, что может быть даже и хуже. Вот тем, что они платят, ну, скажем, в сравнении с тем, как должны платить высокую плату за землю, то они как бы, ну, снижают налогооблагаемую сумму, с которой берется налог на прибыль. Там тоже есть санкции, значит, это в бюджет идет государство, а это в местный. Значит, тут могут быть конфликты. Хорошо, подводя итог разговору. Но может быть у кого-то, я не знаю, из власть придержащих, кто сейчас слушает этот разговор, может сложиться впечатление, что вот сидит Олег Абрамов и агитирует не платить в бюджет. И таким образом наносит вред городской общине, потому что проблемы с бюджетом, они у всех на слуху. Да, я всех заверяю, я сторонник расчета с бюджетом строго в соответствии с налоговым кодексом. Олег Миколаївич Абрамов, фахівець у сфері земельних відносин, був сьогодні нашим гостем і відповідав наші питання. Дякую, найкращого успіху вам. До побачення.